Компания «Уральская усадьба» представляет. Сегодня у нас второй монтаж 14 мая 2016 года. Сделана теплица небольшая, 2 на 4. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20. Окраска грунт эмаль зеленого цвета. По торцам сделаны разрезные двери форточки. Внутри теплицы сделана система подвязки по две нитки на каждую сторону. Теплица установлена на брус 150 на 150, подготовленный клиентом. Уральская усадьба представляет. Сегодня 28 апреля 2016 года. Построена теплица арочная 2 на 4. Теплица из профильной трубы 20 на 20. Окраска грунт эмаль зеленого цвета. Установлена на брус 100 на 100. По торцам установлены разрезные двери форточки. Поликарбонат 4-миллиметровый. 0,7 вторая плотность. Компания «Уральская усадьба» представляет. Сегодня 6 мая 2016 года. Был произведен монтаж теплицы арочная, шириной 2 метра, длиной 4 метра. Теплица сделана из профильной трубы 20 на 20. Окраска грунт эмаль зеленый цвет. По торцам установлены разрезные двери форточки. Сама теплица стоит на брусе 100 на 100. Поликарбонат 4 мм. По периметру кромка поликарбоната защищена торцевым профилем. Также в теплице установлена система подвязки. 4 нитки. Уральская усадьба представляет. Сегодня 2 мая 2016 год. Смонтирована теплица 2 на 4 арочная. Сделана из профильной трубы. Каркас теплицы 20 на 20. Окраска грунт эмаль зеленого цвета. Теплица установлена на брус 100 на 100. Пропитана антисептиком. Поликарбонат 4 мм. 0,8 вторая плотность получается. С одного торца разрезная дверь форточка, с другого просто форточка. Также по торцу идет резиновый уплотнитель. Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 3 сентября 2016 года. Была сделана теплица арочная, шириной 2 метра, длиной 4 метра. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20. Покрашена грунт эмаль, зеленый цвет. Теплица стоит на брусе 100 на 150, обработана антисептиком. И закреплена к бетонному основанию с помощью пластин. Комплектация простая. С одного торца разрезная дверь форточка. С другого торца просто форточка. Также сделана система подвязки. По одной нитке на каждую сторону. Поликарбонат 4-миллиметровый. 0,7 вторая плотность. Стоимость данной конструкции с монтажом и доставкой составляет
20 тысяч рублей. Это уже не первая теплица на этом участке. В мае этого же года здесь устанавливали теплицу каплю 3 на 8. Капля у нас под помидоры. Арочная будет под огурцы. Сейчас снимем урожай в капле. Помидор было много, утверждает клиент. Теплица арочная 3 на 2, вру 100 на 100. Система подвязки. Торец с форточкой. Уральская усадьба представляет. Всем привет, дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал Уральская усадьба, и вы узнаете много нового и полезного про теплицы. Сегодня у нас 3 октября 2016 года, была сделана теплица арочная, шириной 2 метра, длиной 4 метра. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20. Покраска, грунт, эмаль, зеленый цвет. По торцам у нас расположены разрезные двери, форточки. Резиновый торцевой уплотнитель. С другого торца точно так же. Поликарбонат использовали 4 мм, 0,7 плотность. Конструкция установлена на брус, подготовленный клиентом. Монтаж теплицы арочная 2М, 2 метра шириной, 4 метра в длину, установлено на брус, укрыто поликарбонатом 4 мм, 0,8 плотности. Установлена двери форточка. В другом торце форточка. Арки усиленные, каркас 20 на 20 труба. 1,5 толщина стенки. Качественная теплица